игра была хорошая, начали хорошо, в принципе, забили достаточно голов, чтобы потом уже спокойно доигрывать матч. Ну, второй, третий уже был такой более светливый, всего лишь забили по одной шайбе. Ну, а так, в целом, парни молодчики, выиграли матч. Выиграли за счет своих командных действий, может, вовремя реализовали свои моменты. Ну и были у нас более точные броски, чем у команды соперника. Денис Люто, 14. Ну, игра была хорошая. Уважение сопернику. Исправим ошибки, завтра выйдем с хорошим настроем, постараемся показать хороший бой. От концентрации, от настроя чуть-чуть вышли, соперник нас сразу же наказал, все, на второй вышли, нормально уже поборолись, исправили ошибки. На третий вышли, уже показали свою игру, как надо и все. Конечно, не получилось сегодня выиграть, но мы поздравляем нашего тренера Ережепова Тимура Зарканча с днем рождения. Желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего.